Управление по спорту провело мониторинг городских ледовых площадок и определило перечень катков, которые зальют в эту зиму. Адреса и дополнительные возможности каждой площадки назвали на городском оперативном совещании. Дата заливки катков зависит от погоды. Ровный гладкий лед ложится при 10 градусах мороза. Всего в эту зиму по городу будут действовать 16 ледовых площадок. Традиционно любители активного зимнего отдыха пригласят на стадион «Труд». А на стадионе «Спартак» зальют площадку у входа и впервые опробуют новую хоккейную коробку. В обоих случаях для гостей будут работать прокат коньков и буфет. На старте подготовят для катания реконструированную коробку со «Спартака». График работы – вторник, среда, четверг, пятница с 13 до 21 часа. Суббота, воскресенье и праздничные дни с 10 до 21. Тот же режим работы у катка в парке имени Олега Степанова и в питомнике. Прокат коньков, соответственно, организуют в центральном и кассах питомника. Помимо этого, всегда будут доступны хоккейные коробки во дворах. На «Декабристов-2», «Пушкина-29-6», «Дальний-8», «Бригадный-4», «Весенний-57», «Юбилейный-12», «Борисовском шоссе-25», «Советской-79», «99» и «104». Также поиграть в хоккей и просто покататься в свое удовольствие можно на территории школы номер 2.